Слушай, как ты у меня оброс? Пойдем-ка в парикмахерскую. Я потом в барбершоп схожу. А почем там стрижка? 1200. А я не поняла, ты что, у нас уже работаешь, чтобы за такие деньги марафет себе наводить? Идем к пердитке, она нам знаешь, какую скидку сделает? Нет, она меня в прошлый раз как анжелку. Выбирай, либо пердитка, либо нарколог. До свидания, Жанночка. Алка! Пердитка, привет! Пострижешь Лёшку? Конечно! Садись, Лёшенька. А вы можете мне сделать, как у Мары? Ой, а мне нравится, когда все бритое и челочка, как у нас мальчишки ходили всегда. Это называется модельная стрижка. Прическу ему сделали еще и со скидкой. А он все недовольный. Мне такие на даче не нужны. Но я и говорил, что не хочу ехать. Ну давай отвезу тебя домой. Я-то думала, ты на катере покататься хочешь. Порыбачили бы с тобой. Да, красивый катер у Ильиничны. Что такое? Ух, какая огромная! На, разрешаю тебе снять с крючка. Какое счастье! Сейчас домой придем, почистим, ухи с тобой наварим. Вкусно, полезно, бесплатно! Подонок! Бабушка, прости. Что прости? Что прости? Я 3 часа ее караулила. Нам есть теперь нечего. Всех знакомых обзвонила. Все ждут ролик с моим участием. Через сколько начнется? Через 15 секунд. Канал тот включили? Да. Началось! Вам знакомо невыносимое чувство уныния, когда... А где Алка-то? Сейчас будет. Наверное. Как давно позади. Если раньше выглядел... А где Алка-то? Петровна, еще одно слово, и ты вылетишь отсюда к чертовой бабушке. И исполнит самые заветные желания. А где Алка? Толстая, неухоженная жена, которая вечно всем недовольна и бесконечно капает на нервы. Иди баню топи, пока я тебя не затопила! Нерадивая дочь, без конца клянчащая кровно заработанные деньги. Не надо меня снимать! Сейчас я тоже буду снимать.